Уважаемые дамы и господа, студенты, родители, преподаватели, сотрудники, гости нашего университета. Ежегодно АУЦА проводит множество ярких и незабываемых мероприятий. Два самых важных мероприятия наиболее полно отображают дух и традиции, ценности нашего университета. Во-первых, речь идет о церемонии вручения дипломов, которая проводится в конце каждого мая, а также о посвящении первокурсников в студенты АУЦА. За более чем 25 лет существования нашего университета мы ни разу не нарушали наши традиции проведения церемонии посвящения в студенты. Мы дорожим нашими традициями. И мы благодарны нашим почетным гостям из правительства Кыргызской Республики, правительства США, донорам и партнерам не только за многолетнюю поддержку нашей миссии и нашего стремления быть на передовой современного образования, но также за уважительное отношение к нашим традициям. Уважаемые первокурсники, уважаемые родители, 3 месяца назад вы стали членами большой и дружной семьи АУЦА. Сегодня с этой сцены будет официально объявлено, что наша семья, наше уникальное, критически мыслящее сообщество стало богаче на 346 человек. Вы с достоинством отучились уже 3 месяца, и теперь осталось совсем немного, 3,5 года. Я желаю вам успехов. Дорогие друзья, согласно традиции, в этот день мы представляем вновь избранный студенческий сенат, который разделяется администрацией АУЦА как власть, так и ответственность за управление университетом, за все, что происходит в стенах нашего университета. Это одно из наших главных достоинств и признаков демократического открытого управления, которое мы стремимся передать нашим студентам. У вас еще будет возможность поприветствовать наших коллег по управлению университетом, когда они будут представлены на этой сцене. Если говорить о традициях, то я обязан напомнить вам, уважаемые гости, что 8 лет назад родилась еще одна замечательная традиция. Каждый новый президент АУЦА проходит свое посвящение, своего рода инаугурацию в тот же день, что и первокурсники. С большой радостью я хочу вам сообщить, что сегодня у нас не 346 фрешманов, а 347. Дорогие друзья, я бы хотел под ваши очень бурные аплодисменты, пригласить на сцену нового президента АУЦА, уважаемого, уже любимого нами всеми, доктора Эндрю Катчинса. Уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья, позвольте вручить от имени всего сообщества АУЦА нашему новому президенту, доктору Эндрю Катчинсу, президентские символы Американского университета в Центральной Азии.